Для понимания того, как православие вошло в жизнь России и как православие живет, функционирует в настоящий момент, мы с вами из всего византийского богатства, из всех византийских особенностей православной жизни, православной церкви выделим несколько, может быть, самых таких ярких, ключевых определяющих моментов и первое, о чем мы с вами поговорим, это о церковно-государственных отношениях, существовавших узнаю, в Византии и потом в некоторой форме пришедших на Русь. А Церковно-государственные отношения в Византии, ну, это Византия, наследница Римской империи, они претерпели существенные изменения в IV веке. Наверняка вы знаете, что до IV века церковь подвергалась гонениям, и христианство было так называемой незаконной религией в Римской империи. В Римской империи были религии законные, которые можно было исповедовать, это не создавало никаких проблем. И было христианство в качестве незаконной религии, и поэтому верующие часто преследовались. Иногда преследования организовывались на уровне государства. А в других случаях преследования организовывались под доносом каких-то частных лиц которые там, из разных соображений доносили на верующих в том, что они исповедуют незаконную религию. И поэтому иногда повсеместные гонения иногда просто локальные гонения. Ну, на протяжении первых 300 лет существования христианства, церковь постоянно находилась вот под прессом, под угрозой преследования, под угрозой того, что иногда может быть за свою веру придется отдать и жизнь. Но в IV веке все изменилось. Изменилось при правлении императора Константина, который в 313 году миланским эдиктом сделал христианство законной религией, фактически уравняв христианство со всеми другими религиями, которые были в Римской империи. Причем явно уже в этом эдикте и в последующей политике Константина чувствовалось некоторое благоволение к христианству и явное желание использовать христианство в качестве такой главной религии в Римской империи. А к концу того же самого IV века, уже при императоре Феодосии, язычество было объявлено вне закона и превратилось в преследуемую религию. На протяжении нескольких десятилетий Христианство претерпело изменения в глазах общества от незаконной и преследуемой веры до законной, официальной, государственной и даже преследующей теперь уже других веры. И это, конечно же, было существенное изменение для церкви, это существенно повлияло на внутренние ощущения, и мы, может быть, потом к этому еще вернемся, это повлияло на весь строй церковной жизни, но сейчас нам интересно не внутренняя жизнь церкви, а нам интересно, как это отразилось на церковно-государственных отношениях, на осмыслении именно этого аспекта положения церкви в римской империи. На уровне документов это отношение, может быть, наиболее ярко оформлено было императором Юстинианом, который правил уже в VI веке и провел определенную реформу законодательства римской империи, а в его новых законах, в так называемой шестой новелле, его нового законодательного свода. И звучит э, это определение следующим образом: шестая новелла Юстиниана. Величайшее благо, дарованные людям высшую благостью Божией, суть священство и царство, из которых первое, то есть священство, заботится о божественных делах, а второе, то есть царство, руководит и заботится о человеческих делах, а оба Исходя из одного и того же источника, составляют украшение человеческой жизни. Поэтому ничто не лежит так на сердце царей, как честь священнослужителей, которые, со своей стороны, служат им, молясь непрестанно за них Богу. И если священство будет во всем благоустроено и угодно Богу а государственная власть будет по правде управлять веренным ей государством, то будет полное согласие между ними во всем, что служит на пользу и благо человеческого рода. Поэтому мы прилагаем величайшее старание к сохранению истинных догматов Божьих и чести священства, надеясь получить через это великие блага от Бога и крепко держать те, которые имеем. Вот эта вот модель описанная в новелле Юстиниана, обычно называется симфонией, ну, от греческого слова созвучие. Обратите внимание, что пишет Юстиниан. И как осмысливалось это государством, ну это же это по аналогичным образом это осмысливается и церковью, есть два дара Божьих, священство и царство. Они живут вместе, они сотрудничают друг с другом, и при их совместном сотрудничестве э, создается благо для всего общества. В теории очень красивая, очень удобная и очень полезная модель. И любопытно, что эта модель настолько понравилась, настолько удачной оказалась, настолько значимой, что если вы посмотрите основу социальной концепции Русской Православной Церкви, в 2000 году принятой Архиерейским Собором, то там, обсуждая взаимоотношения церкви и государства, в качестве идеальной модели, желаемой модели, цитируется новелла Юстиниана и говорится о симфонии. Так что на протяжении, по крайней мере, полутора тысяч лет с ощущением симфонии как идеального соотношения между церковью и государством живет православие. Это мечта симфонии, стремление к симфонии было в Византии, она пришла на Русь, и она в качестве идеала остается в православии до сегодня. дня. Однако, при всей красоте этой модели, когда... Взаимодействуют священство и царство, и все это служит на благо государства. Есть и несколько сложностей, которые мы должны учесть, чтобы понимать, может быть, что не так все здорово с православием, как кажется на первый взгляд. Первое и важное, в этой модели нет церкви. Обратите внимание, там есть священство. Там говорится о священстве, там не слово о церкви. Не, понятно, что в документах Юстиниана очень много говорится о церкви, но если мы внимательно присмотримся, все ключевые вопросы решаются не через церковь, а решаются через священство. Фактически не церковь, как народ Божий, как совокупность людей, обратившихся к Богу и возрожденных, становится объектом этой симфонии, а именно священство как особый класс, который взаимодействует с царством, как тоже с особым классом. Еще важная проблема этой симфонии заключается в том, что высшей ценностью при такой симфонии является государство. Обратите внимание, что Юстиниан говорит о том, что когда будет такое согласие, то это послужит на пользу и благо человеческого рода. Высшая цель симфонии вовсе не связана с достижением христианских ценностей, христианских идеалов, не связана с реализацией Царства Божьего. Высшая цель симфонии связана с реализацией благого существования государства в этом мире. Третья проблема, может быть тесно связанная с предыдущей проблемой, заключается в том, что хотя священство и царство описаны как две параллельно существующие структуры, как две силы, но, собственно, аппарат принуждения, который играет большую роль в повседневной жизни, он находится только в руках у царства. И царство обладает большей фактической властью, чем священство. И в результате эта симфония все время нарушается, и в результате возникает то, что обычно историки называют Цезарепопизмом, когда государство диктует свою волю церкви, и церковь эту волю исполняет. Вот этот вот Цезарепопизм – это вообще достаточно распространенная проблема в восточной церкви. Оно постоянно встречается в Византии, когда византийские императоры все время вмешивались в церковные дела, все время вмешивались в церковные споры, ставили и снимали патриархов, своей властью пытались разрешить какие-то серьезные, в том числе и богословские вопросы. Ярко, например, это проявилось во время иконоборческого спора, когда император сторонник икон, и везде развешивают иконы, и всех противников икон убивают. Потом император противников икон, все иконы уничтожают и рубят, и всех сторонников икон убивают. И так вот несколько раз сменялись императоры, и угробили огромное количество народа, и сторонников, и противников икон, просто потому, что император определял, как правильно должно быть в церкви. Это тоже серьезная проблема, и, может быть, здесь она проявилась ярко, но цезарепопизм вот власть государства над церковью в симфонии все время всплывает. И, наконец, может быть, существеннейшая, самая существенная проблема этой симфонии мы уже говорили, что церкви не видно. Но мало того, что не видно церкви, стирается граница между церковью и государством. Стирая, смотрите, весь народ описан, как находящийся под властью и царство, и священство. Нет народа божьего, как чего-то, которое царство не от мира сего. Нет народа божьего, как людей, отличающихся от всех остальных людей. Все граждане империи автоматически и подданные царя, и автоматически члены церкви. И вот эта вот модель, сложившаяся в Византии, когда границы церкви совпадают в каком-то смысле с границами государства, она пришла на Русь. И помните, я говорил, что у нас тут 80% населения, но ну, по некоторым оценкам, являются православными, но придите в любой храм посчитайте, посмотрите, побеседуйте с людьми, вы не найдете эти 80%. Однако этого не, это никого не смущает. Для всех естественно, что такая масса людей, вроде бы даже, может быть, никогда и в храмах некоторые из них не были, все равно православные, потому что это наследие все той же самой модели симфонии. Нет границы, между государством и церковью, и теперь русский значит православный, православный значит русский, и какой же ты русский, если ты не православный. Вот это вот все, это искажение, это проблемы, это следствие такой, казалось бы, очень красивой модели. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. Информацию о чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте tv 8 И еще один аспект, связанный с симфонией, есть помните, есть два дара Божьих: священство и царство. И в этом отношении царство, оно воспринимается как дар Божий, царство воспринимается как определенная особая ценность от Бога. Царская власть фактически сакрализируется. Царская власть воспринимается как богоданная, и царь это такой особый божий помазанник. Интересно, что в церковной истории вот эта вот сакрализация власти, она вот находит некоторое подтверждение на таком легендарном уровне. Мы с вами уже говорили об императоре Константине, при котором начинается весь этот процесс. И есть любопытная легенда, связанная с императором Константином. Собственно, почему началась христианизация по, по легенде? Когда Константин воевал с другими претендентами на имперский престол, а во времена Константина было очень сложное... Систему фактически Римская империя распалась на четыре части, и у каждой части был свой правитель, и они враждовали друг с другом. Вот когда он воевал с Максенцием, якобы ему было видение, он увидел вот такую вот картинку. Это буквы «Хи» и «Ро». Ну, и, и от слова «Христос». Да? Вот увидел такую картинку и услышал слова «Сим победишь». И приказал это изображение поместить там на счетах своих воинов и так далее. Его армия пошла, разбила Максенция. В конце концов Константин стал единоличным правителем и установил христианство. Любопытно, что э, упоминания обо всем об этом, они, в общем-то, похоже, исходят от Константина, но лет через 20 после того, как, собственно, была одержана победа. И сама вот эта история, когда Бог напрямую к нему обратился, и как бы вот через это действие Бог поставил его на царство, уже подчеркивает сакрализацию его власти. И поэтому Константин активно участвует в том числе и в церковной жизни, либо вы знаете, может быть, из истории церкви, что первый вселенский собор в 325 году был как раз создан императором Константином. Он открывал этот собор, председательствовал на этом соборе. И, кстати, на тот момент он даже не был крещенным. Крещен он был только на смертном одре. Но у него особая санкция от Бога. Если говорить о Руси, то креститель Руси, князь Владимир. У него тоже интересная история, по легенде, случилась. Прежде чем он принял крещение, он ослеп, и потом в момент крещения он прозрел. Помните историю апостола Павла, да? И вот эта вот легенда о Владимире повторяет историю апостола Павла, и тем самым вот эта вот слепота и прозрение, оно тоже в каком-то смысле подчеркивает сакральный характер власти теперь уже князя Владимира. Легенды вообще интересны они не обязательно соответствуют достоверно произошедшим историческим событиям, но они часть мировоззрения и как часть мировоззрения они чему-то учат и э, к чему-то подталкивают. Так что есть сакральная власть, есть единый народ со священством и царством, есть особая империя и в такой модели, Возникает вполне закономерная мысль. Может быть только один православный правитель, потому что есть только одна церковь. Долгое время Византия мыслилась таким, такой христианской империей, с одним императором и с одной церковью. Потом появились другие народы, более сильные народы. Например, известная Жучайшие, кровавые, жестокие войны между Византией и Болгарией, другая православная страна. И где-то во время этих войн стоял закономерный вопрос, хорошо, должна быть одна православная империя. Ну, собственно, почему это должна быть Византийская, а не Болгарская империя? Вот. И потом особые претензии Руси на то, что Русь, Москва это третий Рим, мы про них потом поговорим, они тоже наследие этой идеологии. И многие современные имперские претензии в России и многие идеи о том об особой, там, чуть ли не мессианской роли России, как России, как там о последнем оплоте на пути Антихриста, они тоже проистекают вот из этой византийской идеи симфонии. Так что симфония есть, была в Византии, как-то она пришла на Русь, и вот эта вот потеря понимания церкви как чего-то обособленного, как общество возрожденных людей и всякие имперские мечтания, существующие до сегодня, это все родом оттуда и до сегодня есть. Ищите нас в поисковых системах по запросу Тв-семинария.